с вашу посадку в Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково. Встречает хорошей погодой, не то что в Москве, только положительные эмоции. Арене уже, и первые впечатления очень приятные, впечатление уюта она такого создает, но я думаю, что как и везде, все зависит от болельщиков. Если они поддерживают свою команду, а мы знаем, что в Питере это умеют делать, то всегда очень приятно, интересно и в какой-то мере даже сложно играть на этой арене. Надеюсь, она принесет нам удачу. Jenny, it doesn't matter if they have the dunk, the guy who won the dunk, this guy, the Zenit is a serious team, it's very competitive. In Moscow, they came without three players. Team of Karashev and Mbagwe was not there, so they're a very good team, so we expect a tough game.